Здравствуйте, уважаемые будущие коллеги! Меня зовут Анна Морева. Сегодня я представляю Институт международных отношений и социально-политических наук Московского государственного лингвистического университета. И тема моего такого YouTube-обращения к вам будет тема магистратуры. МОСПН, как мы коротко называем Институт международных отношений и социально-политических наук, сегодня представляет достаточно широкий выбор разных профессий. Вы можете, окончив магистратуру, стать политологом или социологом, или специалистом по международным отношениям, или, например, овладеть такой редкой профессией, как регионовед. Почему я говорю сейчас именно о магистратуре? Что такое магистратура в современной болонской системе? Во-первых, за 2 года обучения вы можете получить статус эксперта, стать профессионалом в той или иной области. Для этого вам всего лишь нужно отучиться 2 года, а не 4 или 5. Во-вторых, если вы только что окончили бакалавриат и собираетесь развиваться в вашей специальности, буквально добавив еще 2 года, вы сможете получить целых 2 диплома. Вы можете выбрать также и другую специальность. К примеру, вы были лингвистом, сейчас у вас есть тяга к журналистике, поэтому вы с большим удовольствием можете выбрать любую из наших магистерских программ по журналистике и пиару и прийти, поступить и, отучившись 2 года, получить эту квалификацию и эту специальность. Теперь немного перейду к своему личному опыту. Я выпускница магистерской программы, которая называлась «Международная журналистика» в 2018 году. Я пришла учиться, имея уже аж 10-летний опыт в специальности. Это первое. И второе, за плечами у меня было много, близко к профилю журналистики, других разных образований. Что дала мне магистратура? Во-первых, магистратура мне дала очень широкий и крепкий такой базис теоретических дисциплин. Во-вторых, в связи с тем, что МГЛУ, наш университет, это ведущая лингвистическая площадка страны, я получила очень мощное образование лингвистическое. Я здорово подтянула свой английский на такой хороший уровень. Хочу сказать, что ребята у нас учили не только английский язык, у нас были испанцы, были и французы, были и китайцы даже. Поэтому из 37 языков, которые представляет МГЛУ, вы всегда можете выбрать тот, который вам по душе. И, наконец, самое главное, что дала мне магистратура? Во-первых, было очень удобно учиться. Я прекрасно совмещала это с абсолютно бешеным ритмом работы. Во-вторых, это был высокий профессионализм наших преподавателей, практикующих, людей с огромным журналистским бэкграундом, в пиар-работе и так далее. И самое главное, это были очень интересные однокурсники, с которыми мы развивали разные проекты, с которыми мы дружим по сей день. Это было замечательное время такого осознанного образования. Поэтому мне это все так понравилось, что я осталась до сих пор, и сейчас я работаю в пиар-отделе Московского государственного лингвистического университета. Так что я с большим удовольствием приглашаю вас присоединиться к семье Московского ИНЯЗа, особенно в этот юбилейный год, в год 90-летия. Не теряйте времени, выбирайте магистерскую программу, приходите к нам учиться.